Министерство молодежи и спорта Украины утвердило рейтинг по неолимпийским видам спорта за 2014 год. Днепропетровская область по итогам участия спортсменов в чемпионатах, Кубках Украины, Европы и мира набрала 251 027 очков и заняла третье место. Спортсмены области набрали зачетные очки в 72 из 110 неолимпийских видов спорта. В частности, за днепропетровцами первое место в Украине по гребле на лодках «Дракон», водномоторному и воднолыжному спорту, карате, кикбоксингу, фунакоши, шатакан карате и черлидингу. Второе место в Украине спортсмены области заняли в бильярдном спорте, вейкбординге, голубином спорте, дартсе, эстетической гимнастике, киокушинкай карате, комбат дзюцу, пляжном футболе, ракетно-модельном спорте, скалолазанье, шашках и рукопашном бое. Третье место в Украине регион получил в автомобильном спорте, акробатическом рок-н-ролле, бодибилдинге, борьбе с самбо, парашютном спорте, сквоше, спортивном ориентировании, тайландском боксе муэй-тай и рыболовном спорте.